До свидания, товарищи! До свидания, товарищ капитан второго ранга. До свидания, Николай Михайлович. Прощайте, ребята. Берегите честь флота. Мы с вами это делали вроде неплохо. Так держать. До свидания, товарищ капитан второго ранга. До свидания, товарищ капитан второго ранга. До свидания, говорю. Что, Николай Михайлович, от моря? В порту ведь тоже работа есть. Да нет, слушай, совсем никак. Все равно ведь вернешься. Ну, а теперь-то куда? А куда захочу? В Ленинграде учился, в Минске рос. В Севастополе он сын служит. Строюсь, не пропаду. Ну, смотри. Пассажирка, вам плохо?
Что с ней? Сердце, по-моему. Что это? Это промедол. Ну, нормально. Какая? Уверенная, гордая. Эх, Суворин, Суворин. Единственное, что ты умел в своей жизни, так это командовать кораблем. Нет, можно, конечно, подойти. Только что сказать. Помните, я вам укол делал? Я вам спасибо хоть сказала? Да. И вообще держались молодцом. Да. Вы не из Минска, судя по всему. Угадали. Но рос здесь после войны. В детдоме. Извините, свободно здесь? Пожалуйста. Идите сюда. И больше не приезжали в Минск с тех пор? Лет 20, больше, больше. А сейчас просто пересадка здесь, в 0.40. Хотите? Провожу вас по городу. Может быть, родные места увидите? Минск, я знаю, родилась здесь. Время у меня есть. С удовольствием. Вам бы не в тягость. Да что вы. Решено. Поехали. Вот это я все помню. Только она не такая большая была площадь-то. А, костел. А вот здесь дом был, да? Был. Снесли. По-моему, налево тут. Еще дальше чуть-чуть. Детдом наш где-то тут был. Остановите, пожалуйста, а? Пожалуйста. Вроде где-то здесь. Спасибо вам большое. Пожалуйста. И вам большое спасибо. Всего вам доброго. Я пойду.
кстати. Нет, нет, все нормально. Проходите, пожалуйста. Решительная женщина. Немножко на палубе непорядок, но это бывает. Кто же она, интересно? А к чему вы это, Николай Михайлович? Любопытно. Пылесос не работает. Телевизор, кстати, тоже. Сейчас я вернусь. Вы хорошо выглядите. Загорели. Позавидуешь. Да? На двоих что-нибудь, Сергеевна. Спасибо. Леночка, пойдите сюда. Давненько у нас не обедали. Здрасте, здрасте, давно не виделись. У нас шампанское есть, хотите? Полусладкое. Спасибо, повода нет. Ах, вот всегда найдется. Видели, видели, как вы на машине подкатили. Ничего, симпатичный мужчина. У вас, по-моему, другой был. А, это племянник из деревни. Слушайте, доставьте все в покое. А это что? Это коньяк белый аист. Я вас пригласила просто, чтобы вы не шатались непрекаянно по городу, чтобы время переждали до самолета. Но считайте это любезностью. Знаете, тоже хотелось любезность сделать. Вот и, ну, извините, кажется, не угодил. Есть хотите? Конечно. Мойте руки, а то стынет. Вон там ванная. Спасибо. Прям дура старая. Какая же вы старая? Вы очень даже красивая женщина. И волосы, и внешность, и глаза у вас небесного цвета. Что, 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 что? Какого цвета у меня глаза? Опять что-нибудь не так? Нет, 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 все так, садитесь, пожалуйста. Слушайте, в этом что-то есть. Так, вы знаете, эту красивую женщину с глазами небесного цвета только что в южном аэропорту бросил ее милый друг навсегда. Ой, 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 извините, извините. Вон как у нас с вами все нескладно в жизни получается. Где бутылка? Наливайте. Мне немного, пожалуйста. Стоп.
за удачей в вашей личной жизни. Тоже не сложилось. Да нет, все нормально. Просто воспитывал сына, но вот уже полгода, как Михаил Николаевич, офицер военно-морского флота. Ну. А мама офицер, что же? Мама в порядке, у нее своя жизнь. Значит, как я одинокий. Нет, ну вы не поставили на себе крест. Mm-hmm. Скажите, а что вам надо? Нет, вы ешьте. Вот чего вам бы хотелось от этой самой личной жизни? Знаете, немного. Чтобы был рядом человек надежный. Mm. Чтобы был дом. Не крыша над головой, а дом. Нормальные обязанности мужчины. Ответственность за этот дом. Дом, обязанности, ответственность. Все. Слушайте, тогда вам просто необходимо жениться на мне. Дом, вот он. Ответственность за такую вот жену. Пожалуйста, обязанности сколько хотите. Человек надежный, верный даже. Меня-то бы это устроило. Но просто вдвоем жить легче, да и правильнее. А как понимать? Давай поженимся, что ли? Давай, поженимся. Нет, ну вы не псих. Нет. Николай, кажется. Николай. Так. Со мной такого еще не было. Со мной тоже не было. Наливай. Ну что ж, дорогая моя капитанша. Единственное, что могу сказать, для меня все это очень и очень серьезно. За этот день было смешно и даже интересно. Будете в Минске, звоните, буду вспоминать. А я на вашу память не очень надеюсь, поэтому вот 29-го в 15:10. И не забудьте пригласить родных, близких и друзей. Юрка, садись. Так, ну, тихо. Мы это ждем, понимаешь? Лена, да ты что? Не перегрелась там на солнце? Перегрелась. Она на солнце. Замуж чуть не вышла. Сядь, ну, Зина, успокойся. Тише. Человек с дороги, дай ему отдохнуть. Подожди. Как так замуж? Юр, за слово. Увлекался разговорчиком. Пац, делаю ему предложение. Господи, ты!
Кто я, конечно, кто? А он Бог его принимает. Садимся. Я в репертуаре. Садись. Тетя Лена, садись. Лена, Лена, Зина, ну дай сказать. Ну вот, собрались, наконец. Зина, ну дай сказать. Хорошо, говори. Ты там джигитовке не научилась? Лена, что ты тогда насчет замуж говорила? Кто там замуж собирается? Уж не ты ли, а? А что? Это у нас запросто. Ничего не понимает. Ну что, я замуж не могу? Я вот взять и можешь. Можешь, ты все можешь. Послушай, а джигит меня там не украли. Ну, выпьем. Нужна один джигит. За джигитов. А у нас все по-старому, по-старому. Я вижу. Ура. Может, шампанского? Все. Ну ладно, за приезд. Все. Тихо, спокойно, за Лену. Ой, как я скучала. Леночка. Людка пришла. Людка. Ух ты, Лена, нам так. Здравствуй, солнышко. Сождались. О, добрый вечер. Здравствуйте, Люда. Господи, в театре все курят, здесь накурено. Ты чего? Здравствуй, Людмилка. Привет. Ну, никто же не курит, Люда. Да ты хоть форточку бы открыл ей боку. Здравствуйте, извините. Ой, а это что? Это, наверное, мне из театра. Ой, господи, ох уж мне эти поклонники. Так это в 26-ю. Что? В 26-ю, а там закрыто. Во. Елене Дмитриевне Вороновой. Вот, пожалуйста. Мне? О. А в чем дело? Поздравляю. Просили передать, за все уплачено. А? Ну-ну, я пошла пить чай. Лена, он кто? Ле. Вроде капитан, да? Ну что ж, Суворин, флотские свои дела, ты закончил все. Назад пути нет, только вперед. Тетушка, что это твой барометр все время бурю показывает? Я уж давно заметила. Он, как и я, во власти воспоминаний. Надеюсь, ты не куришь? Ты давай не отвлекайся, говори. Денег дашь? Господи, конечно, дам. Спасибо. Я отдам через месяц, надеюсь. Я хочу, обязана тебе сказать, Леночка, ты должна завести себе сберкнижку. Что завести? Сберкнижку, говорю. Старший инженер, получаешь такие деньги. Все это, конечно, результат твоей страшной неорганизованности в личной жизни. Ведь можно на организацию ее, они и пойдут. Чего смеешься? Я на бульваре встречаю нового коллегу, пенсионера. Идет-то вот так. А спрашивает меня, сколько километров вы по утрам бегаете? А потом взял и рассказал мне ужасно неприличные анекдоты. Но очень остроумные. Приглашение. Ну, как тебе все это? Я не знаю. Я с ним не знакома. Я сама с ним знакома один день. Ну как ж? Так, встретились, договорились, и он уехал, но это не важно. Точно решила, выхожу замуж. Батюшки, а ты же его не любишь? Конечно, не люблю. Ты посмотри на меня, тетушка. Жить страшно стало. Пусто все. И впереди ничего, даже племянницы, как у тебя, нет. А вдвоем жить легче. Может, он не приедет? Этот приедет.
Обязательно получится. Я и у главного инженера был, и в КБ меня все знают. А веселить не получилось. Не такие песни на свадьбах поют. Что ж будет, когда гости-то разойдутся? Так муж я или не муж? Ой, думай, Суворин, думай. Со всеми. Добро. Какой-либо электроприбор? Что? Ла-ла-ла-ла-ла. Я забыла. И мне за тараранов. Забыла. Да что? Зин! Может, сгребем все это, а? Слишком много. Так помьем. Всего. Так. Будьте любезны. Концерта ансамбль дуталистов узбекского телевидения и радио исполнит песню Даниила Хасанова на слова Рустама Садулаева о любви. Встреча в мечтах. В этот мир пришла в тебя уже влюблён. Заранее на муки обречен. Ищу с тобой встреч, ищу как озаренье, но гордость не могу забыть ни на мгновенье. Может, поговорим, жена? О чем? Например, о том, что мы с тобой супруги получаемся. Обстоятельства значительные, хотя кому-то может показаться несерьезным. Ну и что? Ну, я с своей стороны обещаю приложить все силы, чтобы ты была счастливой. Так, ну ладно, убираться все-таки надо. Поговорили. Не умеешь ты, Суворин, с женщинами общаться. Thank you.
Ну и что же теперь? Как говорил мой адмирал, стоп, сам себе думаю. Но за ручки телеграфа не берусь. Надо быть деликатным. Рассказать ребятам, как деликатничал в первую брачную ночь. Засмеют. Но ничего не поделаешь. Придется поспать в кресле. Канадская экспедиция закончилась успешно. Ученым удалось снять фильм о пандах и нескольких даже поймать. Комфорт современных океанских лайнеров никогда не сможет заменить романтику дальних морских странствий. Ветра в парусах, единоборство со стихией привлекают тысячи людей. В Атлантическом океане проходят традиционные парусные лодки, стартовавшие в американском городе Ньюпорт. В ней принимают участие десятки парусных судов разных классов и стран. США, Испания и Португалия. Да. Это 64-23-17? Да. С моря город блокирован. Алло! Прихожу с работы в 5, сегодня задержусь, Лена, жена, все-таки жена. Ушел в баню муж, Коля. У тебя что, не заладилось? Все нормально, Жень. Ну, возраст. Спазмы всякие. Техника этого не любит. На берегу мог служить. Не захотел. А ты иди ко мне. Куда? Ко мне. Да. Вот тебе трап. Трап. Вот тебе мостик. Опять же вода. И полный вперед. Ой! Ну вот, расслабляйся. Сейчас попаримся. Ко мне домой заедем. По дороге кого-нибудь из наших детдомовских прихватим. Посидим, потолкуем. Коль, ты чего смеешься-то? Да чего вспомнил, как ты тогда мою пайку втихаря жрал. Сейчас бы 1000 паек вернул, но ту не купишь. Физика, физика всегда в тебе побеждала. Порядок, расслабляемся. Ошибок совершал в жизни, то этот брак, пожалуй, самое крупное. Ну. Вас не за алкоголизм списали с корабля. Ну, Женьку Пашкова, я ж тебе говорил, детдомовский друг. Совершенно неожиданно встретил. Ну, Лен. Я переоденусь, извини. Ну так получилось, ну, Лен. Вообще-то, несмотря на свидетельство о браке, ну какие мы с тобой, муж и жена, смешно говорить. Так что у меня к тебе претензий нет, но надеюсь, что когда я буду ночевать у тетки или, скажем, у подруги, у тебя их тоже не будет. Зачем влюбить тебя, дорогая? Ну, Лен. Вообще-то полагается звонить, когда не приходишь ночевать. Малознакомым людям, тем более. А это что? Это. Меня не будет несколько дней.
Как не будет? Этого я могла и не говорить, но скажу. Уезжаю. В командировку. Лен. А не слишком ли много у нас личной свободы получается, а? А ведь ты такой же пенсионер, как они, Суворин. Вот это и есть теперь твой экипаж. Только командиром тебя здесь вряд ли назначат. Хотя чего мне? Есть жена, квартира, работу вам предлагают. Правда, квартира не моя. Жена тоже вроде не совсем моя. И работа не по мне. Ну тогда что ж, товарищ Суворин, даю первую вводную. Квартира. Евгений Николаевич, будьте добры. Алло. Ну, Суворин это. Ну, Колян, здорово. Да ну что ты, какой с меня болельщик. Спасибо, Женя. Нормально, нормально, все нормально. Слушай, у меня к тебе дело. Да вот ремонт затеял, ну да. Ну а как же, пора семейную жизнь начинать. Ну здесь же как слепой не знаю ничего, вот. Не поможешь? Ну, обои подновить. Может, что-нибудь из мебели. Ну, да. Ага. Ну, добро. Добро. Спасибо. Жду. Есть. Ну, будь здоров. Неплохо. Резво. Резво. Ну, мои ребята сейчас тоже не спят. Здрасте, Николай Михайлович. Здорово. Так, 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 так. Вот это да. И что, вот это вы все один? А ты что, помочь, что ли, хочешь? Могу. Серьезно? Серьезно. Ну давай, ты что-то замотал совсем. Ну, пошли. А у меня теща приезжает. Ну. Да. Теперь вдвоем с Людкой начнут выяснять, когда я человеком стану. Но ты не сознавайся. Ну, послушай. Вот, Николай Михайлович, вам повезло. Такая женщина досталась. Алло? Не, ее нет. А вот этого я не знаю. Я сосед. С ее мужем ремонт делаю. Мужик какой-то дать. Гудки. Да, новостройка. Могла своим ключом открыть, но так захотелось, ничего. Здравствуй. Здравствуй. Представляешь, еду в поезде и думаю, домой еду. Впервые из командировки с таким чувством возвращаюсь. Ну, как ты тут один? Шикарно.
Когда ты успел? Так, ну ладно. А где... Что? Слушай, где мои вещи? Ты что, их все выбросил, что ли? Может, ты поесть хочешь? Что? Поесть не хочешь? А ты? Я обедал. Не хочу. Что, собственно, произошло? Чего ты бесишься? Как-никак порядок в доме навел. Ладно. Тебе тут звонили. Чаще один. Сергеем назывался. Я их к тете отсылал. Ходи, что задумал? Раз. Есть. Не, так не надо. Ай-яй-яй. Так, Гош, покажи, как ходишь. Да плюс. Вот так. Можно было обойтись и без истерик, уважаемая моя капитанша. Не враг же я. Хотел как лучше. Ах, Суворин, Суворин. Это женщина. Это не экипаж военного корабля. Там все проще и понятнее было. А может, все-таки мы погорячились с вами, Николай Михайлович? Может, мы не так уж и правы, как нам кажется? Пока. Счастливо вам. Всего доброго. Слушай, может, тебе на год-два работу оставить, а? Отличная мысль. По-моему, тебе нужно отдохнуть. Можем уехать куда-нибудь. Ну,
надо же нам как-то привыкнуть друг к другу, побыть вместе. Деньги пока есть. Не будет моя забота. Но надо же нам в конце концов прийти к чему-то. Директором финской бани тебя устроит? Ну? Да. Кабинет, два бассейна, гидромассаж, бар, достойные клиенты. Боюсь, не справлюсь. Добрый вечер. Добрый вечер. Проходи, проходи. Пашков. Воронова Елена Дмитриевна. Очень приятно. Елена Дмитриевна, вы великолепны. Вот я так и думал, вы великолепны. Благодарю вас. Вы знаете, даже Патима великолепна. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Ну, ладно, не буду мешать, пойду. Ну, пусть один, ну что-то. Ну-ну-ну, третий лишний. Целуй ручки, гнечный пани. Всего доброго. До свидания. Хорошо. Да? Да. Молодец. Молодец. О, под пиво хорошо. Ну, Коль, сообразишь, приходи. Ну, а оклад, как умные люди говорят, как еще оклад, жалование? Жень, ты извини меня. Коль, отличная женщина, отлично. Ну, будь здоров. Ты видишь, как все хорошо устраивается. Бывший капитан второго ранга Суворин Николай Михайлович будет теперь директором финской бани. Суворин? Зря мы с тобой все это затеяли. Что? Все это брак. В том семья, муж, жена. Так не бывает. Вещей бедняга в дом натащил. Думает-то счастливее. Глупо очень. Ничего не получается. По-моему, может получиться. И жить мы с тобой будем. Хорошо будем жить. Какая к черту жизнь? Я же тебя ненавижу. Серьезно выразилась. Ведь если от любви до ненависти один шаг, то в обратную сторону значительно больше. Но шагать все-таки придется. Усыновлять, усваивать, выбирать. Точно. А вот тут, Николай Михайлович, вот здесь, посмотрите. Computer damages to be given a suitable filter system must be adopted. Определяя характеристики, которые мы даем, подходящий коэффициент надежности. Милый вы мой, Николай Михайлович! Ну это ладно, это я сам разберусь. А вот это, Николай Михайлович, милый мой, родной, у меня тут статейка. У меня ж гениальная идея, но это чертов английский. Вот там отмечено. Ну, сделай, Мир, только не все сразу. Ты меня извини, я сегодня немножко... Понял, я понял, понял. Пьем чай.
самое главное, это автобиографии их или биографии, составленные мною по рассказам их родственников, знакомых. Теперь этого уже не пополнишь, потому что ушли люди. Диски эти еще, может быть, когда-нибудь где-то промелькнут, но уже сведения биографические, они никогда вы их не восстановите. Кто-то песню вдали не допев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы. Не заметили мы, как дорога крута, как гора высока. Кто-то песню вдали не допев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы. Не заметили вы, как дорога крута, как гора высока, высока. А уже и морщинки застыли у рта, легкие иней коснутся. По какому поводу эдакое кирикуку? Поздравляю тебя. С днем рождения. Спасибо. Желаю здоровья, счастья. В личной жизни. И в личной жизни. И в работе успехов. И в работе успехов. Не обсчитали тебя все 40? Нет, я проверил. А гостей почему нет? Я ж не знал, кого приглашать. Ну, чего ж ты. Вот. Ну и что, подряд, по алфавиту, что ли? Как хочешь. Виталий Петрович, добрый вечер. Елена Митина Воронова приглашает вас на свое 40-летие. Да-да, с супругой, конечно. А сегодня, сейчас. Да. Да-да, ждем. Ждем. Знаешь, кому ты сейчас позвонил? Это мой начальник, мой злейший враг. Ну ты продолжай, продолжай, развлекайся. Но я мог и не трудиться. Тебе тут сегодня звонят, не переставая. А, пожалуйста. Да? Да-да, пожалуйста, пожалуйста. Алло. Да. Спасибо. Привет.
Спасибо. Это именно, именно, очень серьезно. Да. Очень сильно веселюсь. Спасибо. Нет, мы сегодня уходим. Спасибо. 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 Постараюсь. Спасибо. Пока. Да чего же мне жаль-то тебя? Хоть ты молодец, фасон держишь. Только зачем же передо мной, дурочка? Подожди минутку. Не открывай. Спасибо тебе. Пожалуйста, за все прости. Я больше не буду. Сын проездом. Ты извини, я прочла. Давай я тебе кофе быстро варю, и ты собираешься, хорошо? Сейчас. Момент, момент. Сейчас быстренько. А ты не поедешь разве? А можно? Ну, познакомитесь. Я рада. Что, парень, ничем я тебе особенным уже помочь не смогу, но тебе все-таки проще, ты идешь по моему пути. Так, наверное, и надо, чтобы сыновья шли за отцами. Не кончится морская династия Сувориных на мне.
не кончится. Времени, отец, у меня в обрез. Просто хотелось повидать вас, Елену Дмитриевну, тебя. Но, честное слово, месяцев через 7 обязательно заеду. Обязательно. Понятно. А куда поход, неизвестно. На юг куда-то пойдем. Вот. Ну, мне пора, товарищ капитан второго ранга. Ну что ж, за тех, кто в море. За них. Ну, спасибо. Что ты, батя, мне же по пути. Ну что, будем ждать тебя. Ты нас не забывай. Конечно. Командиру передай. Помню. Что еще? Привет ему. Обязательно. И от меня привет. Обязательно. Возьмите, пожалуйста. Что? Но вы же ничего не ели. Спасибо. До свидания. До свидания, дорогой. Молодцы, ребята. Рад за вас. А может, не зря нас Мишка похвалил? Может, действительно у нас что-то получится? Не торопись, Николай Михайлович. Не торопись. Может, поедем, Лена? Там хорошо. Вдруг тебе понравится? Хоть бы на месяц. Я ведь неплохой офицер был, Лена. И службу мне на берегу предлагали. Нет, гордо отказался. Это я еще салага был, курсант, третий курс. А ты поезжай один, а я тебе письма писать буду. Да если бы тебя у меня не было, я бы давно это сделал. Да? Да. Это что же получается? Ты меня любишь, что ли? А ты только что догадалась, да? Ой. Только что сообразила, да? Ой. Ты думала, что тебя с твоим характером долго можно вытерпеть, не любя. Что, по-моему, у меня замечательный характер. Ой, осторожно, у меня же сердце болит. Да еще и сердце болит. Ой, обижаю.
и тут не находили. И бомбы, и снаряды. Один раз, правда, не наша смена была, брать не буду. Кольчугу нашли, а в ней кости. А может и нет. Я сам не видел. Нет, ну ты понял, какая земля серьезная? Но обстановка у вас, прям скажем, максимально приближена к боевой. Я только, извини, одного пока не пойму. Какое отношение твоя-то идея может ко всему этому иметь? А я и сам пока не понял. Но идея-то... Как? Хороша? Ну, идея-то хороша. Ну, идея хороша. Да, я согласна с Николаем. Тебе необходимо серьезно подумать о своем здоровье и обратиться к врачу, потому что сердце – это не шутка. Была у врача. Была? Ну и что? Буду рожать, тетя. Ты? В твоем возрасте, с твоим здоровьем? Леночка, это очень опасно. А Николай знает? Скажу попозже. Мне теперь ничего не страшно. Я за ним, как за каменной стеной. И вообще, я наконец-то почувствовала себя женщиной, женой. Я не знала, что так бывает. Может, ты и права. Я не знаю, какое счастье дети. Я знаю, какое горе прожить без них. Умница, дедушка. Чем я тебя сейчас угощу? Давай, давай, пить чай, анекдоты рассказывать. 80-й год. 138 миллиардов долларов. У нас такие есть, да? Ну, не такие, но есть. Тебе что доктор сегодня сказал? Пить меньше. Гулять больше. Угу. Ты со мной мало гуляешь. Есть часто, но мало. А ты что? Волнуешься за Мишку своего? Конечно. Я волнуюсь. А вы знаете, я ведь тоже из моряков. Я слышал. Старший лейтенант запаса, штурман с эсминца. Ушел с флота, когда сократили миллион. Судя по классу корабля, вы были на должности капитана первого ранга. Могли стать адмиралом? Теперь уж не стану. Я тоже. Хотя мог бы. Я был настырный. Теперь вот доктор наук, профессор, директор института. Неплохо звучит? Просто замечательно звучит. Николай Иванович, будьте любезны, зайдите ко мне. Есть. Ну что ж, как говорят, на флоте классифицируем цель. Вам, вероятно, подойдет что-то поспокойнее, что-то хозяйственное. Только не это, если можно. Мне тут уже предлагали разные хозяйственные, даже директором финской бани. Я
инженер-электромеханик. Здравствуйте. Добрый день. Ну и хотелось бы что-нибудь по специальности. Желательно с перспективой. У меня семья, жена утрожает. А вдруг и я когда-нибудь стану директором института? Только не этого. Я это место еще лет 15 никому уступать не собираюсь. Ну что ж, начни со старшего инженера. Ну почему же? Можешь пойти в пятую, исполняющим обязанности. Юрий Федорович, в пятой лаборатории одни женщины. Между прочим, женщины тоже люди, ими тоже надо руководить. И пусть ими руководит мужчина. После беседы с директором зайдите ко мне в отдел кадров. Есть. Ну что ж, капитан, чистой воды тебе в мирной жизни и 7 футов под килем. Благодарю. Я муж Вороновой. Здравствуйте. Ну, ситуация достаточно серьезная. В общем-то, поэтому только мы вас и пригласили. Ваша задача сейчас не паниковать и, ну, поддержать ее. Мы сделаем все, чтобы роды прошли нормально. Вы можете пройти к ней. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Тебе сидеть-то разве можно? Мне все можно. Я тут чего вспомнила? Ванночку же надо. В чем купать-то ее? Лен, как ты чувствуешь себя? Все будет хорошо. Все будет прекрасно, но я же лучше знаю. Не надо об этом. Я тут другого испугалась. Ведь тогда в аэропорту мы могли не увидеться больше. Ты тогда чего ел? С кефиром. Лен, у тебя все в порядке? Ну, если что-нибудь случится... Да ну тебя. Вот трушу. Ну, все трусят. Да ну тебя. Значит так, ванночку. Стирального порошка не забудь, я вспомнила, кончился. Или тетушку попроси, она лучше разбирается. Тетушке привет. Скажи, что все будет нормально. Что трушу, но все будет нормально. Тебе нельзя здесь долго. Давай. Ой, Лена, Лена, только бы у тебя все нормально было. Так, сейчас, значит, к тете, что купить, она сама сообразит. Да, Мишке написать обязательно. Муж вернуться давно пора, не пишет негодяй. Ну что ж, на сегодня все ясно. А завтра будет день, будут заботы, Суворин.